Всем добра, дорогие друзья, Скат 9060 на связи, очередная серия по World of Fishers. Сегодня у нас, ребят, многоразовый квест Повар Хасимото Акули Плавники. Первый раз буду проходить, поэтому не судите строго. Значит, первое, что он просит выловить, это акулу шелковую зачетного веса. Значит, Fat Grab есть, блесенка, это хорошо, значит. И перечень, так сказать, локации, на которых эта акула водится, но я думаю, что нам на Новую Зеландию, скорее всего, потому что на всех остальных, на Галапагосах прилов, на Сиамах приловы, они мне недоступны, поэтому Новая Зеландия, скорее всего. Давайте переедем сюда, 12500, правда, дорого, но что поделать, потратимся, там довольно-таки вкусная награда, это перки. Так, сейчас найдем вот это вот акула. Значит, 10-11 метров, залив изобилия Marlborough Sounds. Ну, примерно вот здесь. И давайте все-таки поставим Fat Grab, наверное, для начала блесну. А потом уже будем смотреть по факту, будет ли клевать она у нас на блесну, будет ли прилов, не будет прилова и так далее. Так, значит, где у нас этот Fat Grab? Что я не могу найти... Ага, вот. Можно по алфавиту, в принципе, но да ладно. Так, ну и все, в принципе, забрасываем. Давайте первый заброс. Возможно, такое, что даже поймем зачет. Блесну нам надо довести примерно до 10 метров. Вот так вот, где-то примерно. И на 10-11 метров, да, вот будем водить. Заговариваюсь, простите. Потому что она у нас, как я понял, кладется одна. Так. Далее. Так, первый заброс ничего не дал, но ничего страшного. Награда перки довольно-таки вкусно. Будем зарабатывать перки как-то. Далее, ребят, пойдут, возможно, череда квестов. И скоро уже добиваем до сотой серии. Да, сотая серия, ребят, представляете, сколько за плечами? Это жесть просто. Столько сил и времени убил просто. Ну да ладно. Это все такое. Так, третий заброс. Ух ты, ё-моё, ну это явно не то, что нам надо, это что-то прям бешеное. Я прям, смотрите, еле-еле тащу. Ух, это акула белая, ребят, на тонну 400, ничего себе, тонна 400, почти, представляете? Акула белая, так, ладно, я понял, она нам будет перебивать, да? Так, для начала смотрите, я смотрю локу на Новой Зеландии, она только на Marlborough Sound. Значит, что мы делаем? Мы идем на залив изобилия, все довольно-таки просто. И теперь вот здесь уже ловим, давайте сразу вот сюда закидывать в лунку, чтобы зачет так зачет. Так, локацией мы отсеяли один прилов, то есть акулу белую. Теперь, соответственно, акула нам перебивать не должна. Может перебивать что-то другое, но ничего страшного. Блин, елец не рекнутый, вот же зараза. Надо рекнуть обязательно. Там еще 10 грамм запаса. Но у нас пока квест. Так. Ждем, пока опустится до 10 метров. И будем вести. Довольно все-таки запаристый квест, но в основном, наверное, по деньгам, потому что 12 тысяч на дороге не валяются. Вот это то, что нам задача нужно. Выполнена. Отлично, смотрите, вот она зачетненькая на заливе изобилия. Так, хорошо, один перк мы получили, статистику, баллы статистики получили. Так, где у нас многоразовая, идем дальше. Акула спящая, тихоокеанская, она клюет только ночью, поэтому, блин, все-таки придется ждать ночи нам, ребят. Но, опять же, для вас это будет, наверное, как одна секунда. Поехали. Итак, ребят, у нас уже почти ночь. Значит, что мы делаем? Переходим на ледовитый. Давайте вот зайдем и посмотрим, где эта акула обитает, ее ареаль. Значит, акула спящая, тихоокеанская. Локации, три локации. Ледяное спокойствие, талая вода, айсберг. Тупо не попал вообще ни на одну из локаций, чтобы вы понимали. Просто из четырех локаций я нажал на ту, на которой она не водится. Ну да ладно. Так, хорошо. Дальше. Что нам надо знать за эту акулу? Ловится она на рапана, моллюска, кальмары. Довольно-таки специфические у нее наживки, я бы сказал. Смотрите. Вот зубатка, которая ловится ночью, у нее тоже медуза стоит. Сейчас мы вот по всем рыбкам прошвырнемся и примерно будем понимать, что можно поставить. Но я уже приблизительно понимаю, что можно поставить кальмара. Инфы на форуме я не нашел. Хотя даже не смотрел, если честно. Это все ерунда.
Ерунда. Моллюск тоже есть. Я вот вижу у многих рыбок. Здесь есть моллюск, икра нойва, креветка. Поэтому моллюск сразу отпадает. В принципе, можно рапан, кальмар. Осьминожек. Вот осьминожек довольно хороший вариант, но не знаю. Также надо будет выучить ее глубину, потому что я ни разу еще не ловил. Давайте, наверное, поставим удочку, зарядим осьминога для начала, а потом уже будем смотреть. Возможно, переключимся на кальмара и так далее. Будем отсекать, пока не поймаем то, что нам надо. Дальше по локациям пойдем, по глубинам и так далее. Для начала я предлагаю поставить 0,4. Если так закину, то да, что-то будет клевать, смотрите. Но понятно, что это не акула, так как у нас еще нету ночи. Сейчас мы забросим на осьминога, посмотрим, что здесь на осьминога клюнет, у нас возьмет. Может, полосатики какие. Не помню, на что они берут. До полосатиков, ребят, я еще не дошел. Хотя некоторые люди их там пачками просто фармят. Поэтому так, ждем. Мелочь какая-то пузатая. Это акула пятнистая колючая. Акула пятнистая колючая. Так, заходим. Акула пятнистая колючая. Ночью она тоже клюет. Глубина ваших уловов понятна. Кальмар. Осьминог, в принципе, тоже может перебивать, ребят. Талая вода, ледяное спокойствие, айсберг. Да, тоже на всех локациях. То есть мы ее не отсеем никак. В принципе, можно попробовать отсеять глубиной. Давайте поставим донку и также поставим осьминога. Так, стоп, что я сделал? Вот донка, вот осьминог. Если закинем, будет клевать что-то или не будет. На 27 метрах. Ну да, пока донка дойдет до этого, уже можно. Так, все отлично. Значит, смотрите, что мы делаем. Забрасываем на донку и ждем. В принципе, пока у нас что-то клюнет, будем таким вот образом пока на осьминога таскать. Осьминог довольно-таки вкусная наживка. Понадеемся на удачу. Если все-таки она клевать не будет, то будем уже что-то применять в плане того, что забросим прикорм. Потому что у нас всего 6 часов игровых есть для того, чтобы поймать эту рыбку. Ни больше, ни меньше. Так, что это у нас? Треска тихоокеанская. Интересно, на какой глубине не клюет эта треска? Так, треска, треска, вот она. А понятно, клюет на всех глубинах, в принципе, и ночью, и на северно-ледевитом. Ледяное спокойствие, айсберг. Так, ледяное спокойствие и айсберг. То есть на талой воде она не клюет. То есть можно, в принципе, вот здесь. Так, давайте. И вот сюда вот мы забросим. И посмотрим здесь, поймем ли эту акулку. Довольно-таки интересно, потому что треску по факту мы отсеяли. Интересно, что у нас осталось еще в прилове. Та акула, которую мы поймали с самого начала, она будет в прилове на глубине 31 метр или не будет? Для начала нам хотя бы надо поймать хоть один экземпляр, чтобы мы понимали и ориентировались по глубине этой рыбки. Вот. Потому что пока не поймаем, не узнаем. Но здесь еще снег, к сожалению. Если я не ошибаюсь, то довольно плохо поклевывал снег. Поэтому красиво, конечно, да. Скоро, кстати, уже будет и зима, и Лапландию добавят, наверное. Да не наверное, 100% добавят. Нужно уже будет туда медальку закрывать на Лапландии. По чуть-чуть. Очень долго клюет. Смотрите, максимально долго. Я не знаю, сколько ждать надо, чтобы клюнуло в снег. Наверное, все-таки давайте не пожлобимся и бросим прикормку хотя бы 40%. О, ого, 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 ого. Это что-то я не знаю. Смотрите, как удочка гнется. Это, наверное, явно не то, что нам нужно, но все равно. Это зачетный. Нарвал, ребят, это жесть, полная жесть. Так, ладно, хорошо. Давайте тогда все-таки перейдем на айсберг и попробуем поиграться с мелкой глубиной. То есть у нас это осьминожка, мы пробуем поставить 0,4 и поймать на 0,4. Максимальная снасть у меня тонна 200 на удочке. Это с подсаком.
Интересно довольно, как я поймал на Новой Зеландии вес больше. Довольно-таки странно, но да ладно. Так. Ну это мелочь. Акула опять не стоит колючая. Давайте еще раз будем бросать, потому что я даже примерно не понимаю, где клюет та рыбка и на какую наживку, поэтому надо экспериментировать. Но если она берет на осьминога, то я думаю, возьмет на осьминога все-таки. Ну, это то же самое, как я понял. Ну, давайте все-таки примерно, ну, вот так давайте сделаем 4 метра. Поставим, забросим и подождем поклевку. Тут уже клюет треска. Так, ладно, хорошо. Теперь давайте поставим мы медузку. Хотя не, можно кальмара. Вот, давайте кальмара попробуем. Пробуем кальмара, ребята, потом уже будем дальше экспериментировать. Акула пятнистая колюция. Блин, то же самое клюет. Попробуем сейчас поставить кальмара, в принципе. Поставить кальмара, да? И забросить вниз. А вот она, ребят, вот 4 метра на кальмара клюнула наконец-то. 1000 серебряных, боже, такая круглая сумма. Не, ну классно, классно все-таки. Можно давайте, вот теперь мы нашли примерно ее зону обитания. Давайте все-таки осьминожку поставим и продолжим ловить. Будем, я думаю, на осьминога, потому что на осьминога зачеты лучше берут, по-любому лучше. Ждем, в принципе, поклевку и будем вот примерно на такой глубине ловить его. Это тоже она, да? Да, все, нашли, отлично. Все, дальше, ребят, примерно 4 метра глубина, как я понял, да, вот 4 метра. Дальше остается надеяться только на удачу и только на зачет. Вот, все. Эту акулку мы нашли. Шальной рекорд вряд ли вытащим, конечно, к сожалению. Ну, да ладно. Так, вот. Блин, не зачет. Еще одна эта рыбка, но не зачет, к сожалению. Но то, что мы ее нашли, это уже хорошо. Так. Дело пошло, ребят, дело пошло. Ждем поклевку. 3 часа у нас осталось, но думаю, за 3 часа зачет нормально вытащить, учитывая то, что мы теперь знаем ее глубину и примерную зону обитания. Вот снег это довольно плохо, очень плохо. Можно, в принципе, перейти на другие локации. Не знаю, стоит ли. Давайте подождем все-таки здесь. Чем черт не шутит? Прикормка все-таки горит? Горит нормально. Но снег лег, к сожалению, довольно-таки долгий. Если не вытащим за эту ночь, это будет вообще провально. Так. Где она у нас еще? Вот здесь она клевала. Давайте поставим такую же глубину и вот попробуем здесь на осьминога ловить. Глубину мы знаем, чтобы поклевки были частей, потому что я чувствую, что в снег у нас тут 2,5 часа осталось. Вытащить будет экземпляр зачетной акулы довольно сложно. Тоже долго клюет, хотя и вип горит, и прикормка горит, и плюс перки, все равно долго. Северно-ледовитый он такой, не щадит поклеву. Во! Акула спящая тихоокеанская. Выловили, в принципе, да? А надо две зачетных, надо две зачетных, я понял. Нам еще одну зачетную, ребятки, надо. Ну, одна уже есть, в принципе, 2 часа еще впереди. Я думаю, все-таки получится у нас до утра вытащить и перейдем на другую рыбку уже. Но опасно, все-таки опасно. Всегда в таких квестах, когда рыбка клюет по ночи,
А на утро уже не клюет, чувствую себя как-то, не знаю, бодренно. Переживаю. Хотя эта игра, в принципе, переживать, что уж. Так, вот, поклевки довольно часто, довольно-таки хорошо. Все, это не то, что нам нужно. Гол 15. Уйди, пожалуйста. Интересно будет, если рекнем еще случайно. Это вообще будет прикол. Не зачет. Пока не зачет, ребят. 2 часа осталось. 2 часа 40 минут примерно. Я думаю, все-таки удастся зачет вытащить. Думаю, один вытащили, дальше пойдет. Глубину нашли. Наживочку тоже нашли. Довольно-таки хорошо. Так, не зачет. Многоразовый квест этот довольно вкусный, затратный, правда, по локациям, вот эта беготня. Но, в принципе, выполнить можно. Я считаю, что перки дороже, чем серебро, намного, и как бы это всегда надо. Поэтому такой многоразовый квестик, но, к сожалению, да, он сложноватый, ребят. Вот у нас 1,5 часа осталось. За 1,5 часа нам надо вытащить зачетную. Еще одну зачетную. Вот, есть. Задача Да, выполнена. отлично, смотрите. Вообще красавица. Все, задача выполнена. Два перка и баллы статистики. Так, что у нас далее? Отцу. Акула мелкозубая, зачетного веса. Акула мелкозубая, примерно наживки понял, и обратно нам скакать на Новую Зеландию. Да что ж такое? И нам надо три ее зачетных веса выловить. Заметьте, ребят, три зачетных веса. Давайте, Marlboro Sounds, 12500, довольно-таки много мы уже потратили. Я так понял, она у нас клюет на филерака, это акула, да? Будем пробовать ее вытаскивать на филерака. Так, еще раз, многоразовая. Отцу. Так, акула мелкозубая, зачетного веса. Глубина моих уловок 10 метров. Лучший ваш трофей 91 килограмм. Так, я его ловил, получается, точнее ее. Осьминог, опять же, смотрите, осьминог, кальмар и филерака. Филерака, я думаю, многих отсеет акул. Довольно-таки много, поэтому пробуем сначала филерака, потом опять же пробуем поставить осьминога, кальмара, мелкую рыбку и по убыванию. А пока ждем, ждем, пока начнется утро. Так, поехали, значит, заброс, включили локатор, вытащили и сейчас какую-то ямку, ну, допустим, вот в эту. Все, 6 утра, отлично. Забрасываем. 10 метров филерака. Будем пробовать вот здесь таскать. Три штуки, три экземпляра надо. Я думаю, что мы справимся. Прикормку кидать, не кидать, не знаю, ребят, не знаю. Пока посмотрю. Сейчас главное поймать. Если одна поймается и сразу зачетная, то дальше проблем не будет, я думаю. Кстати, уровень скоро меня апнется, довольно приятно. Хотя с другой стороны. Так, это не акула. Флейтокрыл гладкий. Давайте уберем его и поставим осьминога все-таки в баню этого филерака. Не хочу. Вообще не хочу. Осьминожек. Рыбачу с поплавком Пеппи, я как можете заметить. Ой, сразу поклевочка. Что это у нас? Ха! Это древний, ребят. Вот вам поплавок Пеппи в деле. Древний тунец длиннопёрый. И уровень еще абсолютно шикарно. В игру. Давайте, если у меня есть лайк, тунец длиннопёрый. Еще первый вид. Вообще балдеж. Отлично. Давайте дальше забросим. Будем смотреть. Что у нас на осьминожках еще здесь будет клевать? Так. Я вроде бы по локациям не ошибся. Вроде бы здесь, ребят. Вроде бы здесь. Так. Желтохвост австралийский. Понятно. Слишком много прилова у нас. Слишком много прилова. Отцу. Значит, мидия, креветка. Мелкую рыбу можно поставить и кальмара. Давайте кальмара довольно-таки. Интересненько, что здесь будет на кальмара. Я уже забыл. Новую Зеландию я довольно часто на ней ловлю, в принципе, но все равно с каждым разом все новое и новое.
Так, лайкнул ли нам кто-то тон цели? Да, лайкнули. Два лайка пока. Ульсация и Серж64. Спасибо большое за лайки. Хотя, в принципе, древних можно и на разделку пускать. Да ладно. Так, кальмар, понятно, прилов. Акула карликовая, не то, что нам надо. Не то, что нам надо. Так, давайте мелкую рыбку затестим. На живца по-любому прилов. Здоровенный будет, ребят, абсолютно здоровенный будет прилов. Поэтому я даже живца пока не ставлю. Ждем поклевку. Возможно, даже стоит кинуть прикормку, наверное, все-таки. Потому что... Марлин полосатый. Кстати, марлинчик без рекорда. Ну, давайте еще раз забросим. Давайте еще раз забросим. Авось еще этот выпадет нам. Боже, рекорд, во. И все-таки, ребят, на Marlboro Sounds я бы хотел поменять, наверное, все-таки осьминог филерака, вот как я и сразу думал. Но все-таки, наверное, надо поиграться с этими наживками, потому что на вот эти все наживки прилов по-любому будет. Прилов по-любому будет. А может поставить доночку и на доночку вот на осьминога вот сюда забросить. Может прилов отсеется. Не знаю, сейчас посмотрим, будем экспериментировать, потому что, что я зря донку что ли купил? Нет, конечно, донкой тоже будем пользоваться всегда. Так, а что там по лайкам? Поставил еще кто-то? Не, не поставили. Обидненько, обидненько. Во, вот это уже что-то похожее. О, отлично, вообще шикарно. Смотрите, 131. Теперь три рыбки выловить вообще не составит труда. Абсолютно, ребят, не составит. Сейчас мы еще два заброса и вытащим. Жаль, лайка нету. Нет, нету, то нету, боже, я сейчас успокойся. Это все такое. Это все ерунда. Кстати, садок хочу, ребят. Так хочу садок купить. Вы просто не представляете. Просто есть желание купить большой садок. Серия, кстати, выйдет длинной. Можете заметить уже, да? Но если вам нравятся такие серии, то ставьте лайк. Если не нравятся такие серии, то напишите обязательно в комментариях, что, ну, типа, длинные серии, ну, такое себе, не заходит. Я вас услышу и буду делать, короче, возможно, или разбивать, или еще чего. Придумаю, вот. Так, последняя поклевка. Что-то я не понял, тупо все зачеты, два зачета подряд, что ли, зашло. Главное поставить донку, я понял, да. Вот, глубиной отсеивается куча прилова. Даже прикормка не нужна. Вот еще одна. Во, прикиньте, приловом зашел эскалар, новый вид, тоже, опять же, довольно-таки красивый. Приятно новые виды ловить. К сожалению, прилов есть все-таки, да? Но, опять же, зачетный. Заметьте, сколько я уже рыбок зачетных поймал. Камбала полярная давно придонным клевать стала, а по-моему... Она и клевала в придонном, если я не ошибаюсь. Интересно. Хороший вопрос. Вроде бы ничего не меняли с камбалой. Задача выполнена. Все, отлично. Смотрите, задача выполнена. Три перка получили. Идем дальше. Акула пятнистая. Клюет круглосуточно. Стоп, а это... Да, это, ребята, что мы на северно-ледовитом ловили. Идем 0.4, осьминог ледовитый, так, хорошо, блин, что здесь с погодой-то творится, а? Давайте на талую воду, здесь хоть и ветер, посмотрим, как лучше ловится. Так, нам нужна уда. На уду мы поставим осьминога и поставим глубину 0.4 метра. Я не удивлюсь, если здесь еще прикорм, да, здесь, ребят, еще прикорм работает. Так, а что по сетке? Ага, сетка заброса, хреново, давайте на ледяное. Если есть дети, то извиняюсь за мат. Так, давайте вот сюда, потому что здесь сетка заброса плюс 25% клеву, плюс прикормка, оно и будет нормально примерно приблизительно клевать. Потому что если мы будем сюда забрасывать, то это будет вообще фиаско.
На ледяном спокойствии половим, я надеюсь. Это то, что нам нужно. Это та акула, правда, я не заметил, сколько нам надо четких экземпляров выловить. Задача выполнена. А, все? Одну? Прикольно. Лол, дальше. Так, ребят, продолжаем мы многоразовый повар Хосимота. Чуть перерывчик сделал. Значит, у нас акула кошачьеголовая до 5 килограмм. На что ловить, вообще не представляю. Но здесь есть один такой замечательный момент. Есть блесна. Я не знаю, какой прилов на эту блесну, но на все остальные ножики, как я понял, есть прилов. То есть это осьминог, кальмар, живец, нерейс, гребешок, креветка, мясо краба, червяка. Вот это я все попробовал. Везде есть прилов. Поэтому что мы делаем? Мы поставим спиннинг и все-таки воткнем вот эту блесну. Блесна называется рот. Давайте спиннинг. Где он у нас? Вот спиннинг. Так, и нам надо поставить ролл. Давайте сделаем вот так вот. И в конец прогортаем куда-то. Так, где у нас? Вот она, вот эта блесна. Сейчас у нас на Marlboro Sound светит. Давайте на залив изобилия. От 5 метров это чудо ловится. Давайте закинем прикормку и попробуем поблеснить примерно вот от 5 метров и ниже. Вот, есть что-то. Тунец синий перебивает, да, к сожалению, все-таки перебивает. Ребят, везде перебивают. Я не знаю, как справляться от этого прилова. Давайте сейчас попробуем блесной опуститься до самого дна. Пробуем половить на блесну, потому что на другие наживки берет эта акула. И берет довольно-таки смачное, понимаете, ну, очень большого веса. И как бы я не знаю, что делать, как отсеивать и так далее. Поэтому блесна, у меня последний вариант остался. Думаю, что на блесну по дну сейчас поведем. Может, тунец отсеется как-то. У нас новые сутки начались. Можно, в принципе, лайк поставить. Довольно-таки интересные рыбки. Так, что у нас тут? Задача выполнена. А, мерлуза новозеландская перебивает. Это мерлуза. Она есть, наверное, да? Есть. На второй локации. Сейчас глянем. Да, есть и на заливе, и на Marlboro Sounds. Ну, тогда ничего не остается, как перейти на залив изобилия, поставить нерейс и все-таки ловить на нерейс 5,50. Пусть 5,60 будет. Так вот будем ловить, потому что вариантов больше не осталось. Я думал, может, блесна поможет. Не, блесна не помогла. Будем продолжать вылавливать как-то. 5 часов осталось. 5 часов ночи. Макрель змеиная. Кстати, довольно-таки интересно то, что рыбки тут бесприловные. Вот. Не, ой, говорю, что бесприловные. Рыбки без рекорда. Уже заговариваюсь, извините. Рыбки без рекорда, поэтому довольно приятно. Возможно, шальной рек залетит. Вот так вот. Акула кошачьеголовая, да, тоже, как видите, она не рекнутая, но она залетела большая сейчас. Возможно, гребешок можно еще поставить, я вот не знаю. Давайте сейчас половим на нерейс. Пока акула идет, сейчас последнее условие, но все-таки на 44 большая идет на нерейс. Надо, наверное, гребешка менять или червяка ставить. Я не знаю уже, что ставить, честно говоря. Чуть-чуть отчаялся. Макрель змеиная. Давайте морской гребешок поставим. Тоже попробуем. Ждем поклевку. Довольно-таки интересно, что на нерейс хапает сразу, а на гребешок ждет. 55 килограмм, кстати, посмотрите. Это интересно то, что сразу акула клюнула. Так. Ждем поклевочку. Обратно. Довольно редкий клев. Это знаете, что означает? Задача выполнена. Акула карликовая.
Это, ребят, означает то, что на гребешок клюет меньше рыб, чем на нерейс. На нерейс, получается, рыб клюет больше, и из-за этого клев чаще. Вот так это работает, если я не ошибаюсь. Тоже карликовая. Карликовая неплохо так эту приманку хватает. Наверное, нерейс акула лучше берет, чем гребешок. Видите, все карликовые. Одна кошачья головая залетела и больше не хочет. Но если она будет маленькая клевать на гребешок, то возможно стоит гребешок оставить на нерейс. У меня один раз клюнула на 7 килограмм, и то она нам не подходит. Вот. Довольно муторное задание, хоть и многоразовое, но все равно сложное. Смотрите, 7 килограмм. Гребешок довольно-таки интересная тема. Давайте, наверное, станем ловить на гребешок. На Новой Зеландии я, наверное, целый день проведу, если поймаю за эту ночь одну, на следующую ночь доловим вторую. Но гребешок пока менять не буду. Решил ловить на гребешок, сейчас вот будем ловить на гребешок. Акула карликовая. Как видите, акула карликовая тоже берет постоянно. Сейчас я вот не видел, она вроде рекнутая. На нерейс прелесть ловить в том, что на нерейс клюют рыбки, которые здесь сухари. И, соответственно, рекнуть вот этих рыбок вообще не составляет никакого труда. Если на нерейс продолжит ловить, то рек по-любому с шальной залетит. Но, как видите, акула здесь вот прям перебивает карликовая. Тут даже не 50 на 50, тут 70, 70% вот эта акула карликовая клюет. И 30% кошачья головая. Скорее всего, так. Но нам надо мелкое кошачье головое, поэтому. А как вот эту карликовую отсечь, я, честно говоря, даже не представляю. Просто не представляю. Возможно, донку поставить, но донку такое себе. Так, 33 килограмма. Давайте. Ага, вот гребешок есть. Давайте поставим. Так, что-то я зардяку хотел отправить. Илюха, привет, если ты смотришь этот выпуск. Что-то ты у меня нажимаешься на чате, я вот мышкой просто навожу и на чат. Довольно-таки неприятно, но никуда от этого не деться. Вот сюда вот так мы уберем. Так, вот у нас здесь поклевка. Что у нас здесь? Ага, звездочет гигантский. Вообще новый вид, ребят. Тупо ни разу не ловил. Короче, наоборот. Прилова больше на дне с донкой, чем вот здесь на 5,5 метров. Ух-ух-ух. Ну, то, что туман, это довольно радует. Так, 32 килограмма. Ждем дальше. Надо было 50% прикорм кидать. 24 килограмма тоже, смотрите, идет, и она неплохо идет, но все равно это не то, что нам надо. Обидно. Ну, гребешок, будем пробовать на гребешок ловить. 11 килограмм. Вот видите, на гребешок вроде бы даже меньше она идет, чем на нерейс, поэтому шанс выловить на гребешок, возможно, не за одну ночь, но за две ночи можно выловить. Мне кажется, реально. Но в основном как повезет. Везение, ребят. Тупо везение. Так. 23 килограмма. Два часа осталось. 2 часа. Это очень мало. Но то, что туман, вот это радует. 20 килограмм. Тоже мимо. Все мимо. Будем продолжать на гребешок таскать все равно. Потому что самые мелкие экземпляры у меня идут на гребешок. 33 килограмма. Но хоть акула ловится, и то довольно-таки приятный момент. Так.
Наконец-то просто 2 килограмма. Как же замечательно, ребят. Еще вот если сейчас попадется, вообще будет шикарно. Все-таки на гребешок, ребят, залив изобилия, гребешок. Тупо вот. Боже, слава тебе, Господи. Не знаю, придется ли следующую ночь ждать. 24 килограмма. Я вот только одного не пойму. Че у меня сейчас акула постоянно, она подряд идет. Я тупо вот ее подряд и вытаскиваю в туман. Карликовая пока что. Да, наверное, вот эти две акулки, они 50 на 50 идут, и все-таки одна вот 89 грамм. Она чаще идет сначала, потом вторая чаще, тут не угадаешь. Но прилов минимальный, одна рыбка, это тоже нормально, в принципе, можно ловить. Тем более, если мы мелкий экземпляр вот здесь на заливе изобилия поймали, значит, тут и остаемся, тут и ловим дальше. Да, все, ждем. Так, продолжаем, ребят, продолжаем, продолжаем. Так, для начала нам надо поставить все-таки морской гребешок, потому что я днем отлучался и ловил просто рыбок. Здесь пытался рекнуть, правда, ничего не получилось, но да ладно. В общем, продолжаем вылавливать то, что планировали. Карликовые с приловом. И надеемся на какую-нибудь акулку до 2 килограмм. Ждем с поклевочку. Так. О, 57 килограмм вообще жестяк, потому что зачетное все-таки. Зачетное это мощно. Прикорм, кстати, 50% до сих пор у меня работает, поэтому все довольно-таки хорошо у нас идет сейчас. За две игровые ночи, я думаю, мы сделаем этот квест наконец-то. Хотя мы его делаем уже довольно-таки давно, потому что, во-первых, это беготня по локациям, во-вторых, это смена времени суток. Довольно запаристая на самом деле. Вот акула кошачьеголовая, 61 килограмм, это вообще жесть. Потому что такие зачеты прут. Еще рекшенную вытащим, вообще будет замечательно, я бы сказал. Ну да ладненько. Плохо, что ждать, конечно, приходится на самом деле, потому что 52 килограмма очень тяжелая. Плохо, что ждать приходится, ребят, потому что целый день, получается, ничего не делаете, сидите на Новой Зеландии, потом ловите. Ну, ничего страшного. В принципе, можно еще на червяка потаскать. Я думаю, тоже хороший вариант. Червяк и гребешок, ребят. Два варианта у меня есть. Но все-таки на гребешок поймали, поэтому на гребешке будем и сидеть. Кто где ловит. Если у вас на гребешок не получится за две ночи поставить хоть один, не рекорд, а выловить, так сказать, 2 килограмма эту акулу на квест, то меняйте на червяка и ловите на червя. Вот. Так. Ждем поклевочку. Семь килограмм, видите, большая идет все-таки. Довольно интересно. Давайте потестим. Я не знаю, стоит ли это делать или не стоит. Давайте червяка влепим. На примерно вот до 3 часов посидим, потом уже поставим гребешок и будем на гребешок добивать. К сожалению, ночь слишком мало, это довольно, это просто 6 игровых часов, ребят. Они пролетают только так по щелчку пальца. Сразу мимо пролетели и все. Так, здесь снайпер перебивать будет. 2,6 килограмм, вот опять же, смотрите, вроде бы мелко идет, да, тоже довольно-таки хорошо на червяка, но тоже прилов есть. Снайпер вроде бы еще приловом. Я вот только не знаю. Не знаю, насколько червяк лучше. Точнее, насколько больше акула кошачья берет на червяка. Не знаю, хоть убей, я не знаю. Вот, снайпер у нас красный. 2 килограмма. Это все ерунда. Нас интересует акулка. Также блесна, ребят, блесну. Такое себе прилова довольно много. Смысла особого не вижу, если честно. Лучше уже ловить на наживку, на червяка или гребешок. 22 килограмма. Вот смотрите, да, мелкая на червяка. Все-таки мелкая идет она. Можно попробовать на червяка посидеть, потому что
потому что тоже мелочь идет. На самом деле на гребешок сейчас мы выловили зачеты. Зачеты бешеные. 51, ну да, примерно вот такую мы поймали. Ждем поклевочку. Килограмм. Обидно. Лучше бы кошачья голова я клевала, потому что как бы 3 часа осталось, Карл, 3. Всего лишь, просто всего лишь. Ночью так быстро пролетают, вы не поверите. Еще что-то есть. 2 килограмма снайпер. Или как его, я же правильно читаю, да? Снайпер красный, да, все правильно. Красивая рыба, кстати. Я когда первый раз на Новую Зеландию пришел, закинул червяка, поймал зачет этого снайпера, почти рекорд. А он, кстати, сухой был, я чуть ли не прифигел, если честно. Килограмм, что там, тумана нету? Нет, тумана нету. Ну, червяк, видите, примерно то же самое, что и на гребешок, но дело в том, что на гребешок мы уже одну поймали, поэтому давайте все-таки на него и продолжим ловить. Может, сейчас и залетит. У нас осталось примерно 2 часа 40 минут до конца игровых. Это очень мало. Будем надеяться только на удачу. В принципе, больше ни на что надеяться нельзя. Ждем-с. 24 килограмма, да, мелкая идет. То же самое, что и на червяка. Но не знаю, ребят, опять же, дело случая. Может, у вас на червяка залетит, может, на морской гребешок. Кто знает. Мне одна на морской залетела. Я очень счастлив был. И сейчас, вот, не знаю, если мы сейчас ночь провтыкаем, просто будет вообще печально. Очень печально. 48 грамм. Почему такая вот мелкая идет, да, акула кошачья голова идет по 24, по 50, то зачетная даже вообще почти. Ну, закон подлости. Ничего страшного. Ничего страшного. Еще и на нашей улице будет праздник, но все-таки хочется класс закрыть. Хотя я понимаю, ребят, что эта серия будет максимально долгой, потому что... Ну и вообще дальше квесты как идут? Они идут сложнее, поэтому они будут дольше. Чтобы выполнить все квесты, может многоразовые еще повыполняем, ребят. Также океанариум на Дунае, я думаю, будет. Океанариум на Дунае это вообще, наверное, обязательно надо будет снимать, потому что довольно-таки вкусный квест, за него перки дают, и он довольно-таки нетрудный. Вот. Если хотите видеть квесты океанариума, то ставьте лайк под этим видео. Может, кто не знает, где что ловить, я подскажу. 84 грамма карликовая идет. Но карликовая нас не интересует. Так, на магазин мы не можем нажать, потому что у нас сюда заброшено, чтобы докупить прикорма. Но не страшно, не страшно, я думаю. килограмма, видите, вроде бы идет, да, и вроде бы даже и не зачетная, но не то, что нам надо. Как залетит, тупо рандом. Час 30, полтора часа осталось. За полтора часа вытащим, не вытащим ваши ставки. Я думаю, что вряд ли, но тем черт не шутит. 76 грамм. Давайте дальше. Локатор опять же не используем, потому что нам надо мелкая рыбка. Нам надо не зачет. Так, 27 килограмма идет, но не то, что надо. Вот это самое печальное, когда вроде бы и рыбка идет, но... 26 килограмм тоже мелочь, но не то, что надо. Обидно. Ждем поклевку. 633 грамма зачетная.
Интересно. И зачеты вроде есть, и смысл. 7 килограмм, просто 7 килограмм, довольно малая. Ну, не то, что надо, очень обидно, потому что нам надо до 5. Вот. Давайте 40% уже забросим, потому что один игровой час остался. Задача выполнена. Наконец-то, просто, ребят, тупо повезло. Задача выполнена. 5 перков получаем, баллы в статистику. Также еще один перк наверх. Наконец-то выполнили просто этот квест многоразовый. Ну, это жесть, если честно. Теперь 23 часа ждем. Ханос будет. Да, вот. Поэтому ждем, ребят. Возможно, в следующих сериях появится обратно этот повар. Будем пытаться его проходить. То, как я прохожу, вы видите на собственном экране, грубо говоря. Возможно, некоторые моменты буду вырезать, проматывать и так далее, чтобы вам было проще смотреть. А сейчас на этом все. Всем спасибо, что посмотрели. Серия затянулась, извините, но ничего страшного. Думаю, ничего страшного не случилось. Да, все. Всем удачи и пока.